Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». В творческой жизни талантливой поэтессы Миры Михайловой за последнее время произошло сразу два знаменательных события. Она вступила в Союз писателей России и выпустила пятый поэтический сборник. И в эти минуты в нашей студии автор расскажет моей соведущей Бэли Джазаевой об оригинальном названии сборника, о творческом вдохновении и невдохновении и о своем стиле. Доброе утро всем, доброе утро, Мира. Здравствуйте. Как-то даже необычно называть вас теперь Мирой, после того, как я узнала, что на самом деле Мира Михайлова – это ваш творческий псевдоним. Столько лет я вас знала, но я не знала, что вас зовут Ирина Кулькова. Узнала об этом совсем недавно и совершенно случайно. Совсем недавно вас приняли в члены Союза писателей Российской Федерации. Я искала этот список, и среди них вижу поэтесса Ирина Кулькова. Я стала выяснять, кто это, и выяснила, что это Мира Михайлова. Ну, сути это не меняет, просто это вот такое предисловие. Все равно буду обращаться к вам, как привыкла Мира. Конечно, да. Я поздравляю вас с тем, что вы стали членом Союза писателей. И в связи вот с таким вот событием хочу у вас спросить о вашем новом сборнике, пятом поэтическом сборнике с таким интересным названием «Деепричастный пируэт». Хотелось бы узнать о нем поподробнее, о названии, о сути. Пожалуйста. Спасибо. Ну, суть у меня та же. Это мое мироощущение, это радость от общения с природой, это чувство. Ну, в общем, все то, все ваши любимые стили вошли. И хокку, и рифмованные. Да, есть немножечко. Ну, сейчас это хайку. Хайку. Да, вот немножечко другой термин. А название, ну, вот вы помните у Анны Ахматовой, да, вы бы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Вот у меня есть об этом стихотворение, но я кусочек хочу процитировать, что да, вот надо как бы подметать вот все наши впечатления. И пусть найдется это счастье, поймет меня собрат поэт, не оборот деепричастный пируэт. То есть это тот же оборот, но прекрасный, красивый, в танце. То есть, ну, вы понимаете, о чем это. Да, конечно. Чтобы те же образы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, они обрели такую они поэтичность. Стали пируэтом. Да, да. Вот бывает, что вам не пишется, вот совсем не пишется. Ну, конечно, это бывает у каждого. И ну, для того, чтобы родилось что-то интересное и прекрасное, должны быть обязательно чувства. Неважно, со знаком плюс или со знаком минус, но они должны быть. То есть самое страшное для творчества – это равнодушие, когда уже ничего не интересно, ничего не волнует. Тогда чем ты можешь поделиться, если у тебя внутри ничего нет? Прочитайте стихи. Что-нибудь сегодня. «Мой Кавказ. В мире мало мест, где бы столько чистой жило красоты. Посмотрите, какое здесь небо. Как прекрасны на склонах цветы. И как маленький принц на планете, наведем мы порядок в душе, улыбнемся, как могут лишь дети, и как мы разучились уже». Благодарю вас. Желаю вам творческих успехов. Спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция», в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк.
Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Богдасаровых «Планета 13». Биберленд. Миру сыр.